В грузинской столице отмечают знаменитую Тбилисобу, день города, праздник урожая и плодородия, который стал популярным уже за пределами Грузии. Его ежегодно празднуют в России, Украине и Беларуси. Ну а на родине, в Тбилиси, дату принято отмечать с особым размахом. Подробно об этом Анна Анастасиади. Шашлыки, вино и застольные песнопения – праздник в самых лучших грузинских традициях. В самом центре реки Куры плывут плоты с музыкантами, а под открытым небом гостей угощают национальными яствами. Тбилисоба – день города, но это любимый праздник не только тбилисцев, но и всех жителей Грузии. В эти дни фермеры из разных уголков страны стекаются в Тбилиси, чтобы порадовать своей свежей сельхозпродукцией и жителей столицы, и иностранных туристов. Я привез на Тбилисобу фрукты, цветы, которые целый год с любовью растил на своей ферме. Надеюсь, тбилисцы и гости столицы оценят мой труд по достоинству и останутся довольны. Самое популярное место на празднике – винные палатки. Здесь бесплатно можно продегустировать практически все разновидности грузинского вина. Ради этого посетители праздника выстраиваются в огромные очереди. Вино и грузинское гостеприимство, они дают безумное количество энергии и позитива. Поэтому надеемся, в следующем году тоже приедем. Поздравить граждан Грузии с ярким событием осени на место празднества прибыл и премьер-министр Георгий Квирикашвили в компании столичного мэра. Глава страны призвал жителей проявлять активность в праздничных мероприятиях. Этот праздник стал уже хорошей, доброй традицией для нашей страны. Как вы все знаете, осень – это пора урожая, плодородия и достатка. Я всех поздравляю с этим праздником и всем желаю благополучия и призываю всех выйти на улицы и принять участие в празднествах. Кстати, Тбилисоба становится популярным праздником и за рубежом. Последние несколько лет его отмечают и в городах России, Украины и Беларуси. Слава о Тбилисобе дошла и до казахстанцев. Ажар и Назым из Алматы в Грузию приехали впервые. Время выбрали так, чтобы попасть на знаменитый праздник. Действительно, такая обстановка очень миролюбивая, веселая, дружелюбная. Чувствуется грузин гостеприимный народ. И хотелось бы пожелать вот в этот день, день города, да, это у вас праздник такой традиционный. Хотелось бы пожелать вашему народу процветания, мира, счастья. На проведение праздничных мероприятий из столичного бюджета было выделено более 400 тысяч долларов. Впервые День города Тбилиси отметили в октябре 1979 года. С такой идеей выступил известный грузинский путешественник и журналист Гван Жимания. Он опубликовал в одной из столичных газет большую статью с идеей организовать праздник в честь города, которая вызвала довольно-таки большой резонанс. С тех пор на протяжении 37 лет Тбилисоба является одним из самых любимых праздников Грузии. Анна Анастасиади, Шалва Сурмелашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.